что есть некоторые ценности. Если кто-то из вас может помочь хоть чем-нибудь, мы будем очень рады. Ну вот, а сейчас Игорь Николаевич. Я тут беру всю свою жизнь, начиная со школы и до сегодняшнего дня. Всем, друзья, спасибо вам, что пришли. Я постараюсь не очень вас мучить. Миша начал Отечественной войны, я попробую раньше, но с Первой мировой. Письмо в трон. Я пишу к вам, имею ли право после наших случайных встреч за спиною дымит переправа, что пришлось при отходе поджечь. И до писем ли злой круговерти сумасшедшей нелепой войны, может быть, за минуту до смерти, вот у этой сгоревшей сосны. Той войны ни конца и ни края, и Всевышнему душу вручил. Я четвертую лошадь меняю, удивляясь, что сам еще жив. Ну а если в бою арьергардном я паду в предначертанный час, то погоны святым аксельбантом ордена лиц моего перерыв. И тогда не платите солнцами за нежданную грустную весть. Просто знайте, что в небе над вами вам знакомая звездочка есть. Ах, какая безмерная плата с нас берется нелепой войной. И пылает пожар и растрата год 14-й роковой. И пылает пожар и растрата год 14-й. Потом, когда-то давно с моим погибшим товарищем была идея создать театр военной песни, и мы ничего лучше не придумали, как взять «Хождение по мукам» и всю ее в песне сделать. Конечно, не сделали, не получилось, но один фрагмент там пою. Это дело происходит уже после окончания всех убийств в Париже, куда занесло поручика, и вот там сидит он и поет. Помню, тройки проносились по Арбату, колокольный звон качался над Москвой. И над Яузой на мостике Горбатом я встречался с гимназисткой молодой. Где же те года, где девчонка-то в платье нежно-розовом? Родина, прости, ты меня верни снова в край березовый. Родина, прости, ты меня верни снова в край березовый. И гуляли по манежу чинопары, и копчались на неглинные фонари. А в яру под семиструнный звон гитары мерцаганка пела песни до зари. Где же те года, где цыганка-то, черные шари с розами? Родина, прости, ты меня верни снова как березовый. А потом оркестр военный марш играл, и катились чьи-то слезы по щекам. И-то руки я в руках своих держал, и бродил рассвет холодный по щекам. Где же эти дни, кончились они, отгремели грозами. Родина, прости, ты меня верни к милой край березовый. Родина, прости, ты меня верни снова в край березовый. Все хождения по мукам, переходим ко Второй мировой.
Я эту песню писал 75-го года и никак не знал, как ее закончить. Простая песня, такая называется «Возвращение». Только в этом году я закончил, сейчас представлю вашему вниманию. Что главное на войне солдат? Вот он же его ждает, да? Ни победа не важна, ни поражение не так страшит, если есть куда и кому возвращаться. И песня называется «Возвращение». Посвящена она параду Победы. Вот немногие, наверное, знают, первый парад Победы, вы думаете, 9 мая был? Нет, он был 24 июля 1945 года. Мой отец был участником этого парада Победы. Песня как батальонная разведка, которая в Москве посвящается ветеранам Отечественной войны, возвратившим живым. Понимаете, тех не дошел. Обниму вас берез руками снежный корень. Так долго отдал сапогами и пепел дорог на войне. Обниму я березу родную с незажившим рубцом на стволе. В 41-м встретила пулю, что была предназначена мне. В 41-м встретила пулю, что была предназначена мне. Где мой дом? Положено,
фронтовой наш поет. Есть и банка в оружии, наливай там браток. За сторонку, за русскую, выпьем этот бокал. С той нехитрой закуской, что союзник прислал. За землянку уютную, фонаря огонек. За машину попутную, что идет на восток. Пожарища и остались в живых, а за тех, что не дожили, в жестоком бою, лучше мы, как положено, выпьем водку свою, а за тех, что не дожили, в жестоком бою, лучше мы, как положено, выпьем водку свою. Вернемся счастливыми, кончим долгий поход. Будут девушки милые нас встречать у ворот. И что было загадано, все исполнится в срок. Пусть горит за туманами золотой огонек. И что было загадано, все исполнится в срок. Пусть горит за туманами дорогой огонек. Потом был много промежуточных войн, наступила еще одна длинная война, десятилетняя почти, афганская война. Значит, эта война, может быть, именно она и привела к тому, что мы сейчас имеем у нас в стране, в том, что от нее осталось от страны. Наша вина, конечно, притащили войну за собой, но все-таки мертвые храмы не имут, а мы делали то, что приказано. Это был приказ Родины, и мы его с честью выполняли. Кто бы чего не говорил. И поэтому у меня лично, вот у моих друзей, тут сидят мои боевые друзья, к нам пришли. Спасибо им. Они думают, согласятся, но лучшие воспоминания в жизни, это, как ни странно, война в Афганистане. Это лучшие друзья на свете. Это самое чистое небо над головой, как ни странно. Самые высокие горы. И самое незлобное начальство тоже далеко, там где-то, в другом краю Афганистана, и почти никуда не приезжает. Никуда, и сам себе хозяин, делает, что хочешь, как хочешь. А если плохо сделал, сам себе и накажет. Ну, свобода такая, абсолютно. И вот песня, первая песня, первое недоумение, когда туда я попал в эту провинцию. Совсем другие люди, все другое. А было такое легендарное подразделение «Каскад», отпирасывалось «Каскад», это «Вымпел», который имел честь там лежать, и песня такая. Там будут слова о каскадерах. Ну, каскадеры тут там, сами так и надо так называть. Каскадеры. Каскадеры, значит, каскадеры. Ну, там еще какие слова, там разные, долго объясняют. Основные понятно. Только различия маленькие есть там на фарси. Духтан, Духтан и Ханум. Вот Духтан — это девушка, а Ханум — это женщина. Разницу знаете, да? Вот такая. Эх, куда же ты попал, каскадер? Что мешает здесь надувал? Кто забор? Задувал им. А ну, и Духтар, а на крыше ведь солярный угар. Задувал им их, а ну, и Духтар, а на крыше ведь солярный угар. И шаки орут с утра до темно, им с мечети подрывает мула. И слоняются в день рафики, да товарищи, а до базара и до копчи реки. И слоняются в день рафики, от базары до копчей реки. Здесь не ведая тревог и забот, в чьей коне чьи гоняет народ. Размышляет целый день, что почем, а душмарят враги, враги им и почем. У нас такой вопрос. Размышляет целый день, что почем, а душмарят враги им ни почем. А это что за чучело паранже, двух волов гоняет вдоль пониже. А эта женщина, афганская мисс, обрабатывает землю под рис. А эта женщина, афганская мисс, обрабатывает землю под рис. А у дуканщика торговцы магазин, а у дуканщика басмачески. Ободрать тебя любой норовит, вот это лопит, только нельзя.
Москве, потому как революции автоматы заржавели давно. Войну мы видим только в кино, а из центра за приказом приказ не пускать на операции нас. А из центра за приказом приказ не пускать на операции нас. Но слава богу, БТР на ходу. Да Майдон это аэродром, как-нибудь доведу. Вертолетчики, ребята свои, не дадут загнуться мне от тоски. Снегом занесло, делать нечего. И вылезать это было страшно первое время, потому что жизнь молодая и одна всего. Потом становится на всем плевать. Так продолжает почти целый год, и опять становится страшно, когда вот через месяц самолет и с Кабула на Москву делены зверем. Тоже страшно, конец войны, например. Ну, а в промежутках вот такая веселая песня. Такая. Весело там тоже бывает, даже когда и не весело совсем. Но тоже вообще известный мотив, это вот, извините, потому что мотивы некогда было придумать тогда. Да и не член советского позитива там я, так что мелодию выдумать тяжело. Поэтому брались старые известные песни и афганец колорит. Вот такая песня. Песня спецназа, который попал в горы, и его почему-то решили делать горным егерем, он лазит по этим горам, придет боже света на час. Вот такая песня. Не досталась сказка и про нежели. Вспомните, что где-то бродит вовсе голубь. С вами вовсе незнакомый снежный человек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не погибнет больше вас. Если вы с обрыва голубые дали, полетели лихо, камни догонять. Помните, что раньше вы так не летали, и, как видно, больше вам так не летать. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас в Дугане, ну это супермаркет афганский, или мини-магазин, если вас в Дугане нагло обманули, если гнев невольно сердце к вам проник, помните, что в вашем автомате пули, их на все дуканы хватит, вспомните о них, и тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас за ногу кобра укусила, если жить осталось только полчаса, помолитесь Богу, соберитесь силой, и как в детстве начинайте верить в чудеса. И тут улыбка, без сомнений, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. И хорошее настроение не покинет больше вас. И самый тоскливый, если вам замены нету из союза, если не пускают свидеться с женой, вспомните, ребята, про бензона груза, как 12 лет прожил он с одной козой. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. И хорошее настроение не покинет больше вас. Там в Афганистане самые страшные колонны, вот по крайней мере в нашей провинции. Если еще в бою потери, ну 2-3 человека считают уже большими, то 30% колонны, не дошедшие до пункта последнего, мы там и были в Файзабаде. Это такая трасса жизни, обрывалась на нас. Это обычное дело, и 30% потери личного состава машин. Жутко. Ты не видишь, где рванет, потому что наловчились так, они ставят фугасы, что под какой машиной замкнется контакт, где кто на воду предугадать совершенно невозможно. И вот это называется размышление в колонии Тулукан-Файзабад. Это последний отрезок пути. Файзабадом заканчивается. Мы с ним в Файзабаде, причем эти колонны изрядно потрепанные. А колонны везут в местное население. Галоши, это же на расхват, там был блестящий, там разбирали, дрались за них мука, цемент, горючие маточные, там много было чего. В этих колоннах и жгли эти колонны по пути, чтобы не довести туда. Ну вот такая. И представьте себе эту колонну. Скорость ее движения 5 км в час.
нельзя, потому что перейдут идут саперы с собаками, потом тралы идут, и за ними тянется колонна. Вот шаг саперы 5 раз в час, вот так вся колонна за ними. И одуревший водитель, накурившийся на шее, пьяный просто сидит. Ну вот тогда, простите, но я закрывал глаза, потому что 80% смерти от шока водитель, механик, обгоревший, не выживет только от боли. Если у офицера была водка или спирт, можно было довести себя до полной анестезии, ничего не чувствовать, тебя лишь начать, то солдат почти всегда смерть. Вот такая колонна и грустные размышления. На солнце плюс 52. Сидят все на броне, потому что на броне больше шансов уцелеть. Попадает кумулятивный заряд внутрь танка бронетранспортера, сгорает все внутри, распыляется и люди. Двух разных войн, едина суть. Так говорил один комбат. Мы трассы жизни звали путь из Тулукана в Казабат. Там трое суток напролет ползет колонна между скал. За поворотом поворот, за перевалом вперед. Держись спокойнее, браток, на нервы бедерная цена. Здесь не Европа, а Восток, здесь мудеминная война. Стремни, покуда твой черед, отдай напарнику штурвал. За поворотом поворот, за перевалом вперед. Прикрой усталые глаза, взгляды рви от клей. И все, что в письмах прочитал, за словом слово повтори. Тебя в союзе кто-то ждет, а может, ждать уже устал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. А кто-то там живет, как жил, добро соседствует со злом. А ты давно уже забыл, что именуется добро. Пыль со стула смывает пот, в глазах багровый карнавал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. И где-то мир и тишина, и только фильмы о войне. А здесь отметилась война, пробоиной в лобовом стекле. Сказали, вас награда ждет, хотя ни и не мечтал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. Дилемма быть или не быть, не для уставших наших душ. Да мы просто дальше будем жить, перевалив за кендукуш. Он пройдев над головой, вертушки в сторону ушли, и перестроился конвой. Очнись, приятель, мы дошли. Еще одна песня про колонны, это самая первая колонна, поэтому мелодия Высоцкого сейчас появилась. Во всем слава до последнего права. Здесь номер равнина, здесь климат иной, здесь горы вершины солнечные зной. Медленно по серпантину колонна ползет, опять засада, а ну держи. Дешевле копейки стоит жизнь, и только случай решает, кому повезет. Опять засада, а ну держи. Дешевле копейки стоит жизнь, и только случай решает, кому повезет. Броня батаера раскалена, ему недолгая жизнь дана. До первой мины, до первой РПГ. А ты не машина, ты человек, бегит 14 век. Тебе в лицо сквозь прицел КПВТ. Это пулеметный прицел большого пулемета. А ты не машина, ты человек, бегит 14 век. Тебе в лицо сквозь прицел КПВТ. Бегит под пулями броня, пытается смерть достать тебя. Да я не раз, не два в глаза глядел, но сквозь пороховой туман ты слышишь гром и мой душман. И землю пробили десятки огненных стрел. Но сквозь пороховой туман ты слышишь гром и мой душман. И землю пробили десятки огненных стрел. Знакомый рота, рокот, уши бьет над нами боевой вертолет. А ну теперь посмотрим, чья возьмет.
Пускай ты летчик, а не бог, но больше бог это и делать смог. Спасибо, дружище, за нами не пропадет. Пускай ты летчик, а не бог, но больше бог это и делать смог. Спасибо, дружище, за нами не пропадет. Мы тоже выручим не раз тебя, как ты сегодня нас, и выпьем не раз за дружеским столом. С тобой за тех, кто не дожил, кто не допил, не долюбил, и никогда не забудем мы о ком. С тобой за тех, кто не дожил, кто не допил, не долюбил, и никогда не забудем мы о ком. Здесь на войне, как на войне, здесь дружба ценится вдвойне, а потому за дружбу второй стакан. За нас с тобой, за дом родной, за этот день, за этот бой, да даже черт с ним за этот Афганистан. За нас с тобой, за дом родной, за этот день, за этот бой, и даже черт с ним за этот Афганистан. Песня, вот представь себе человека, который, значит, снайпером, работает на войне снайпером, получил отпуск, настрелял, наверное, кто-то там за руку в норму приклад, и получил отпуск, приехал в Москву. 82-й год. Вся Москва одета, помните, там, джинсы US-Top, US-Top, очки Джамиль, ватники, неделька, знаете, помните, что будет такое еще, да? Сервиза Мадонна, Мадонна Аше на цепочке. Все контрабанда, и всем наплевать, что танкачи идут потоком на цинке из Афганистана. Никому. Ничего не интересно. Там война, там гибнут люди, ничего не интересно. Абсолютно. И самое главное, куда мне плюнь, везде бананчики, бананы. Девочки в бананах, мальчики в бананах, березки толкутся, ломщики в бананах, продавщицы говорят, все, вся Москва в бананах. И бананы, когда он вернулся и попадает на операцию, а надо встретить караван. Операция неудачная. И вот он лежит, вспоминает, и у него ничего нет, кроме солнечных зайчиков в прицеле и бананов. На девочку, на мать московскую. Вот песня такая, мальчики, бананчики называется. Песня снайпера. Четвертый час лежит в поле. А солнце яростно слепит, чуть-чуть поодаль догорает БМП. Тоска такая, хоть кричи, а наша раса и молчит. И черти, что за мысль в голове, а где-то мальчики, надев бананчики. Клиентов у березки поджидают белого, а у меня в прицеле солнечные зайчики, 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 и больше ничего. Мы вышли встретить караван, но напоролись на душманы. Духи нам устроили обрал, играем с ними в чет-нечет. И час за три идет в зачет, а чет нам кадровик предупреждал. На где-то мальчики по кинозальчикам вечер отправляются на импортных авто. А у меня в прицеле солнечные зайчики, 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 и больше ничего. Может, так и надо жить. Кому стрелять, кому крутить, кому-то все это показывают в кино. Но ощущение гнетет, что все известно наперед, и повторяется забытое давно. И эти мальчики по кинозальчикам устройства наши будут наблюдать из темноты и щекотать подружек резвым пальчиком, и целовать зевающие ты и щекотать подружек резвым пальчиком и целовать зевающие роды. Вторая песня. А вторая песня, я говорю всем, что написал всю вторую песню. Нет, Шурает не маленький, ты сам говоришь. Но я написал вторую, серьезную песню про афганскую женщину. Не про нашу афганку, которая работает там на Цанпате, наша по найму, наверное, а про афганскую. Жаль, что случилась история со мной. Вот эту историю я вам сейчас расскажу. Махтуба – это женское имя. Звали женщину тут Махтуба, да не женщина, просто девчонка. Как тростинка танка и слаба, и тащила меня по воронкам. А потом, разорвав паранжу, бинтовала горячие раны в кишлаке под названием Анжу. На голодном пути Бадахшан. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне три года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Помню родичей стайку твоих, тянущие тонкие руки,
Ты сказал одно, шуравей повестник, и они отшатнулись в испуге. А потом полевой медсанбат и врачей утомленные лица. Я хрипел им, где мой автомат, а он мне скоро теперь пригодится. Да не нервничай, все при тебе. Тут какая-то фея из сада принесла поутру в КПП пистолет, автомат и гранаты. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне 3 года в зачет. Я пошел в Татарку опять, только время не движется вспять. Вот и все, я вернулся домой, затянулись военные раны. Только как-то связалась с судьбой та девчонка из Афганистана. Да я не помню почти ее глаз, что запомнишь в бредовом дурмане. Может, кто-то другой меня спас, а может, вычитал в старом романе. Вот только ветер поет Махтуба и куда-то зовет Махтуба. Я пошел в Татарку опять, только время не движется вспять. Я пошел в Татарку опять, только время не движется вспять. Браво! Это еще одна переделка, предложить. Старая песня, может, кто помнит из тех, кто поколение сразу после войны, в 40-е, была песня про того шофера, и Утюрского упел, да? Ну опять переделка в комнате, ну, наверное, чуть-чуть буквально. Тоже про водителей, военных водителей. Через перевалы перевалили. Сквозь огонь снарядов и гранат мы вели колонны вдоль по горным склонам. От Кундуза и на Файзабад их путь дороги Афганистана. Сквозь огонь и засады душманов, а помирать нам рановато. У нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь до Файзабада, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли 3 дня, 3 ночи, трудно было очень, но водитель не глушил мотор их по дороге Афганистана. Сквозь огонь и засады душманов, но помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Может быть, в союзе этим лиц наши песни будут навдомек, но не позабудем, если живы будем, при афганских выжженных дорог и путь дороги Афганистана. Сквозь огонь и засады, но помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Кто с кем дружил, где были самые лучшие родные войска? По Афганистану, кажется, свои, у нас вертолетчики. Но без них никуда. Там вообще ничего не добраться без вертолетов, не прикроют тебя с ним вертолеты. Не доставят тебе продуктов, говоришь, мат, бензин, соляр, ничего. Не туда, не сюда, у нас были вертолетчики, лучшие друзья были. Вот эта песня, ну, была написана, наброски были. Новогодняя ночь, 82-83 год. Был жив еще мой побратим, Вадим Бурак, вот тут друзья его сидят. И никто не знал, что эта песня была написана вообще про вертолетчиков. Ну, в том же году, он, 83-м, погиб, горел живьем на операции. Вот опять летим мы на задание, режут небо кромки по пасти, а внизу земля Афганистания разлеглась квадратиков полей, а внизу земля Афганистания разлеглась квадратиков полей. Но не верь, спокойствие ты вечное, вот уже к тебе под облаком тянутся прерывистые встречные огненные трассы до Шикар.
Вспоминаются прерывистые встречные огненные трассы кошека. И кому судьба какая выпадет, предсказать заранее не берись. Нам не всем ракеты алый высветят право на посадку и на жизнь. Нам не всем ракеты алый высветят право на посадку и на жизнь. Ни к чему гаданья и пророчество, и о прошлом тоже не жалей. Не спастись порой от одиночества, даже в окружении друзей. Не спастись порой от одиночества, даже в окружении друзей. Но опять летим мы на задание, режет небо кромки лопастей. И опять страна Афганистания разлеглась в квадрате, как парень. И опять страна Афганистания разлеглась в квадрате, как парень. Тоже афганец, ничего себе. И тоже про вертолетчик. Новый год мы встречали вертолетные эскадрильи. Вот где наши друзья Белучи, где побратим, где Вадим Мурак, где Виталька Балабанов, камыск, который тоже погиб. В том же бою. В том чуть позже, но в Ташкенте уже. А тогда все были живы, Новый год, все веселые были, пьяные. Никаких боевых. Елка была чудная, не буду раскачивать. На эти елки висела. Не имели игрушек. Нет, рассказывают, детей нету. Гильзы надраены, начищенные, пулеметные, автоматные. Все это мишурой, такая ткань была на дневнике покойников убитых. Она такая зеркальная, чтобы вербовщик тюльпан пока прилетит, долежал. И еще, пожалуйста, вот эти резиновые изделия, красивые, разноцветные, с мордами зверей, надувные шарики висели на этой елке. Вертолет, елка привлекли вертолетчики. И вот это называется 24-го года. Кружится снег над крышей, затянут в облака. Полночный небосвод звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его один уходит старый год. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив уходит старый год. Что было в том году? Дороги, да дороги, да скрежет на зубах горящего песка. И новые друзья, и старые тревоги, и мины под ногой, и пули у виска. И новые друзья, и старые тревоги, и мины под ногой, и пули у виска. С гвоздя гитару снял усталый вертолетчик, настроил в унисон с аккордами чужим. И добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца, и звезды закружил. И добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца, и звезды закружил. Плывет, качаясь у вас над древними горами, не ведая войны, не ведая границ, мы грезим наяву любимыми глазами, пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Мы грезим наяву любимыми глазами, пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Пусть голос твой охрип, нету звуков
фальши, кончающийся год не зарастет бельем. Играй, пилот, играй, а то, что будет дальше, а мы тебе сейчас тихонько подпоем. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Пусть я с вами совсем знаком и далек отсюда мой дом. Я как будто бы снова после дома родного в этом зале пустом танцует вдвоем. Так скажи мне слово. Сам не знаю, о чем не слышал, и весом кружится снег над крышей, затянут по ногам полночный развод. Звучит случайный вальс над модулем притихши, и под его мотив приходит Новый год. Еще одна песня. Славянское житье бытье, которое не очень сладкое, на первый взгляд совершенно никакое, но если там мысль повариться, немножко имеет 2-3, начинает нравиться, потом влюбляешь в эту страну, даже в тех, кто тебя стреляет, там, и сражаешь же без всякой злости, непонятно зачем самому, ну вроде профессионально делаешь все это дело, значит, и воюешь. Это песня давай что расскажешь о Востоке, вот попытался вчера куплет изложить то, что там видно на первый взгляд. Что расскажешь о Востоке, непривычная страна, там совсем другие боги и другие имена. Там горянки величавы и пугливы, как стрижи, но глаза глядят лукаво через сетку паранжи. То оазисы, то горы, то пустыни Регистан, чем супермоли транспортеры из Кабула в Чахчаран. Там одна сплошная суша, не бывает жарче суш, и с вершины Гиндукуш виден только Гиндукуш. Там народ неторопливый, почитающий Коран, написано красиво о законах мусульман. Там землей латают крыши, там стреляют по ночам, там предложат вам гашишу предприимчивый бача-бача-бой. Там поклонники Хаяма, знатоки Фердуси, на тонкостях ислама спорит, Боже упаси. Вам вас разбудят на рассвете вопиющий с неба глаз, муэдзин зовет с мечети делать утренний намаз. Что расскажешь о Востоке, непривычная страна, там совсем другие боги и другие имена. Там экзотики навалом, экзотичнее найти, там стреляют из дувала вдоль колонного пути. Вот коротко про Восток. Заканчивается очередной войной, промежуточной афганской, даже не прекращали потом воевать. И до сих пор воевал еще. Весь 20 век и 21, что очень обидно. Пора заканчивать, как бы, иначе мы сами кончим с этими войнами, с разборками. И ничему никакая война у нас не учит. Вот. Единственное, что. Поэтому эта песня, ну не знаю, тогда кому-то нравится, кому-то нет, это взгляд на не на действие, которое имело историческое место, а на человека, которого уже нету, поэтому о нем плохо не говорят, но он так рисовал нашу историю русскую, что он хотел стать пародией. И пародия посвящается 600-летию Куликовской битвы. Старая песня в Афганистане написана задолго до нее. Но а в Афганистане спели ее один раз, там записали, и командир полка, который я взял поблизости, обвинил меня в патриотизме, вообще издевательство над армией, причем армия 40-я, 40-градусная наша, выбросная, непонятно. Ну и ладно. В общем, это не имеет никакого отношения ни к какой войне. Это просто неправильное видение одного историка на некоторые события русской истории. Как на поле Куликова прокричали кулики, и в порядке бестолковом вышли русские полки.
как дыхнули берега за ее скурози. Значит, выпито немало, будет враг разбит. Слева орать, справа орать, приятно с похмелья мечом помахать. Молодец, кричат ребята, под страхою не робей. Перебрались через реку с криком матом, молодцы. Блять, назад дороги нету, воду бросили концы. Красноносый воевода в родном деле знает толк. И красавый через реку ускакал засадный полк. Слева орать, справа орать, приятно с похмелья мечом помахать. Показалось, пряжи стаи копья стали с края в край. Пред кониной и кумысом на холме сидит мамай. Лич над полем раздается, есть тут смелый или нет. И с татарином сразится, выезжает пересвет. Слева орать, справа орать, приятно с похмелья мечом помахать. Как по поле Куликова. Не боись, кричат ребята, подстрахуем, не робей. И стал приготовить галопом, вылетает человек. И сошли ребята лезом ранним утром рать на рай. Накануне все добито, и нас страшно помирать. Слева орать, справа орать, приятно с похмелья мечом помахать. Как на поле Куликова откричали гуляки, разгромили басурманов протрезвевшие полки. Была слева рать, была справа рать, теперь за 100 верст никого не видать. Была слева рать, была справа рать, теперь за 100 верст никого не видать. Потом приехал новый командир полка. Приехал генерал Рохлин, переписал кассету на вторую неделю своего пребывания там. И в полку заводили. Ну, полковник заводили, не генерал. Ну, помните, да, вот, трагически погиб, полубил. Вот у нас тоже призабаский. Завоев столов солдатских, для улучшения пятерных медных бойцов. Это песня без конца. Значит, еще одна песня. Тоже грустная песня. Каскадеры, которые сидят на фрезопаде, все дороги занесло, нифига. Он... А рыба Маринка в этой реке водилась, если вот такая, с маленькими усами, похоже чем-то, на кого она похожа? На карту, да? Только с усами-то. Но ее надо уметь приготовить, иначе отравишься. Солдат как-то готовит, блин, это не такая. Ну, лови. Брюхо надо отрезать. Вот, вот да, просто оттуда все. Мы ловили на большая саперная ручка и малая саперная ручка. Это большая саперная ручка граната и 200-граммовая шашка. А малая это маленькая граната и 100-граммовая шашка. И БТР перекличный, а даты сеточками со скалы Сан-Гимора принес прыщик. 100-граммовая шашка-то не бывает, дружище. Бывает, бывает. Были 100-граммовые шашки. Развесовка такая же была. Вот. Вот про эту Маринку. Кому-то коньячок и осетринка, и пиво запотевшего бокала в речке Копчин. Водится Маринка, кослявина в жизни не видала. В речке Копчин ловится Маринка, кослявина в жизни не видала. А где-то рано утром после пьянки там и плетется интеллектуал. А в Файзабаде водятся фаланги, я твари ядовитые не видала. В Файзабаде водятся фаланги, я твари ядовитые не видал. А где-то даже женщина думает, и это там у них не стоит ничего. Ну не чека, а в Файзабаде по ночам стреляют, и пули пролетают сквозь окно. А в Файзабаде по ночам стреляют, и пули пролетают сквозь окно. Пускай пешком и даже без патронов, но я в союз бы с радостью ушел. Но в Бадахшане водятся шпионы, которых я пока что не нашел. Но в Бадахшане водятся шпионы, которых я пока что не нашел. И точно теперь уж не могу. Конечно, американцев водят шпионов, как Бен Ладен в этом Бадахшане. И тоже никого не поймет, что удивительно. И еще одна песня. Такая вот. Своя военная. Значит, «Скала Сан-Гимор», «Скала Орлов». Считалось, легенда гласила, что там была резиденция, одна из летних резиденций шахов Афганистана. Там вот такая скала, метров на 30, наверное, далеко от Кокчи, обрывистая, там вырвана пещера такая, ограждена, и там вроде шах наверное, жен оттуда сбрасывал. В речку Кокчи, на Бурно, как коммунисты. Мы бросали удочки малые, большие, затерли, рыбу там ловили. Но эта песня вот...
погибших, чествует павших, мы безмолвно стоим на скале. Сам Тимур, уцелевший, чествует павших над скалой. Сам Тимур, разгуляли сетра, у подножия бесится речка. Нас 12 из рейда вернулась вчера, а троих привела к себе вечность. Нас 13 из рейда вернулась вчера, а троих привела к себе вечность. Скинулись в небо стволы АКС, прекратно плитку лазета, и ушел в облака цветоносный свинец, предназначенный для человека. И ушел в облака цветоносный свинец, предназначенный для человека. Жители зла, ловцы, синекур, мы твои одиссеи, отчизна. На скале Сан-Тимур, на скале Сан-Тимур, наша гордая, горькая тризна. На скале Сан-Тимур, на скале Сан-Тимур, наша гордая, горькая тризна. Наша гордая, горькая тризна. Замучил всех работать и военной тематикой, да? Ладно. Тогда переходим к последнему. Завершаем войну. Афганскую. Завершаю песней детской. Я вернулся, моим штатом было по 5 лет. А я написал на них песню. Она мне сейчас кажется актуальной. Написал, черт возьми, значит, тогда. Значит, песня называется «Оловянные солдатики». Детская песня. Конец всего войн. Обычно вступает какую-то песню. Оловянные солдатики, просто детская игра. Каждый с мини-автоматиком, из мини-шашки генерал. Мчатся в мини-батериках за противником гагон, и у мини-офицериков мини-ленточки погон. Вот в атаку смело двинуты, оборону промолив, из коробки танки вынуты, и сходу брошены в прорыв. Ну и еще одно усилие, он даже конница пошла, ура! Но тут случилось перемирие, мать обедать подала, и на время кошмарное примирила две страны, и дождалась боли бранной первозданной тишины. Ох, вы маршалы курносые, вам бы только воевать, хорошо, что вы взрослые, не случалось вам играть. Тут ни стратегии, ни тактики, ни теории, ни наук. Оловянные солдатики, 2 рубля за 10 штук. Оловянные солдатики, просто детская игра. Но каждый с мини-автоматиком и с мини-шашкой генерал. Браво! Я там старался в письмах писать, в письмах все хахали там, стихи построить, не важно, как разница даже. Вот такая. Афганец. Явление интересное, но противное. Это мелкий-мелкий песок, вообще меньше, чем порошок зубной. Желтовато-сероватый цвет залетает в любую щель, спасения от него нет. Вот платком повяжусь и все. И как задует этот афганец, ну, выноси всех святых. Вот. И ничего больше не остается делать, как песни писать или письма. Да. А надо сказать, что только я получил письмо как раз из Союза, жена мне прислала. Почему-то все трое рыжие сидят, 2 мои близнеца, там, 5 лет, и жена, рыжие вообще, как эти, мухоморы. И один из них в письме прислал
попросил прислать патронов побольше, Лёшка, а Мишка просил земли прислать, посмотреть, какая там в Афганистане земля. Вот я по мотивам этих всех писем и событий, которые были, написал песню. Желтый приют, наши окна запорошены, третий день Афганист бродит по горам. Я письмо тебе пишу, моя хорошая, из провинции Нагорной Бадахшан. Мне поет про горы грусть магнитофонная, а вокруг столпились горы на югу. И живу я здесь засадами, колоннами, да еще твоими письмами живу. И отмечено в уставе ли, в Коране ли, для чего живет на свете человек. Здесь сошлись два века в противостоянии, век 20 и 14 век. Здесь не верю ни в Аллаха, ни в Иисуса я, 10 заповедей душу не томят. Вся религия моя, головки русые, сыновей, что с фотографии глядят. Ни к чему здесь новомодные традиции, все указы здесь не значат ни черта. Ю я водку с подполковником милиции, он милиции московской не чета. Пью за дружбу боевую настоящую, пью за то, что он не смотрит свысока. Что меня он не ходячего, не зрячего, 7 часов тащил по скалам до полка. Может быть, мои сумбурные корабли разбирать ты будешь слезы, не боя. Только сделай так, родная, чтоб не плакали письма папины, читая сыновья. Только верь мне, по законам человечности будет встреча, будет новая весна. Ты маяк мне, затерявшемуся в вечности, по призванию офицерская жена. Ты маяк мне, затерявшемуся в вечности, по призванию офицерская жена. Ну, писали, что там здорово, там мартышки попали, скажем, бананы, апельсины. И насчет цензуры вычеркнуть все местонахождение и поехали слово. Мы писали всякую глупость, что бассейн у нас с океанской водой, и все живы-здоровы. Меня пишут храни, считаю, сам себе удивляюсь, врать я благородство вообще, все уже в те времена уже расхородились. Но такая, жив и здоров, не контужен, не ранен. Но старину, догадайся сама, в Афганистане, в Афганистане жизнь не уместится, строчки письма в Афганистане, в Афганистане жизнь не уместится, строчки письма ты не прочтешь. Судьбы в бою в Афганистане, в Афганистане время историю пишет свою, в Афганистане, в Афганистане время историю пишет свою. На самом широком экране мне показать, что такое война в Афганистане, в Афганистане. Правда оплачена нами сполна в Афганистане, в Афганистане. Правда оплачена нами сполна. Кто-то поднимется, кто-то не встанет, сердце разбив о гранитную твердь в Афганистане, в Афганистане. Цены иные на жизнь и на смерть в Афганистане, в Афганистане. Цены иные на жизнь и на смерть. Бомбы в Герате, казни в Бадахшане, Саланга в песках Чардары, в Афганистане, в Афганистане. Время не выветрит наши следы. Помните ждать,
не клянись на Коране. Знаю, не веришь ты в эту муру в Афганистане. В Афганистане белое солнце встает поутру в Афганистане. В Афганистане белое солнце встает поутру. И такая песня. Бывают дожди, там грязь по колено, поступит собрать транспортеров, грязь там потом высыхает, еще хуже, там пыль превращается. Но это были горы, это был дождь. Он такой вот, как у нас вот в июне, там дождь в июле, чистый дождик, совершенно неожиданный в том регионе. События в горах, дождь. Там, плюс 52 на солнце, да, зимой не до минус 20, да, но дождь такой вот подмосковный. И вот это мы священ петь, дождь называется. Дождь идет в горах Афгана. Это странно, очень странно. Мы давно уже отвыкли от обилия воды. И даже дубак стали флиться. Все пытаются отмыться от жары столетней пыли. Серой пыли и беды. И даже дубак стали флиться. Все пытаются отмыться от жары столетней пыли. Серой пыли и беды. Дождь идет в горах Афгана, а колонны караваны, словно сура из Корана, струйки тянутся с небес. Дождь стучит по горным склонам, по машинам, по погонам, и шипит на раскаленном, утомленном АКС. Дождь стучит по горным склонам, по машинам, по погонам, и шипит на раскаленном, утомленном АКС. Дождь идет в горах Афгана, позабытый и желанный, память светлой о доме, дальнем доме и весне. И отплясывает рья, два безусых капитана, два танкиста из Баглана на залатанной броне. И отплясывает рья, два безусых капитана, два танкиста из Баглана на залатанной броне. Дождь идет в горах Афгана, позабыта речка, пересохшая речка, манна. Он, конечно, не российский, не родной, местный бог, а срыва злее, из созвездия Водолея на войну обрушил дождик, этот дождик прорывной. Местный бог, а срыва злее, из созвездия Водолея на войну обрушил. Этот дождик проливной. Дождь идет в горах Афгана. Это странно, очень странно. Мы давно уже отвыкли от обилия воды. И дождю подставив лица, все пытаются отмыться от жары столетней пыли, серой пыли и беды. И дождю подставив лица, все пытаются отмыться от жары столетней пыли, серой пыли, серой пыли. Война кончилась. Одна, слава Богу, кончилась война в Афганистане. Значит, как я говорил, горжусь тем, что воевал в легендарной диверсионно-ответной группе комитета безопасности, названием «Каскад операции». Это выпил нынешнего. О нем только стали писать, только стали говорить, это там до этого были все разные герои. Одного мира, тут я знаю уже, что одного Амина расстрелял 10 человек. С каждым годом все больше и больше. Приходит и гордо об этом заявляет. Вот никто не становится, что убил Джохара Дудаева. Там, а вот Амина. То есть история коверкается, вы думаете, черт ты знаешь что. Я это знаю, потому что вот на работу вышел, я честь имею представить советский президент общественного фонда, такой подгарант, объединяющий бывших сотрудников, ветеранов и действующих, всех спецслужб, всех спецпринадлений, всех спецназов СССР и России. Вот те, кто, собственно, войну на себе и тащит, да и начинал войну первую. Вот, прошло лет войны в Афганистане. Вылилось в то, что в конечном итоге никто ничего не понял. Вот мы и стараемся, Мишка,
чтобы не забывались войны, как ни странно. Их помнить надо, на что они обходятся, вот простым людям, чтобы не было других войн. Поэтому, есть и веселые, конечно, разные песни, есть попса, пожалуйста, веселиться. Извините за то, что песни какие. Но мы же без войны ни дня не живем, так что вот и все песни, естественно, про войны. Окончаются войны, как всегда, вот спасибо за службу. И все, и ты никто. И ушел ты, и сидишь там, если друзья не помогут, так сопьешь. Вот песенка о пяти каскадерах. Каскад команды «Песня о пяти каскадерах». Пять каскадеров лезли ввысь, покруче на помир, но сверху камни сорвались, и их уже четыре. Однажды четверо пошли в кишлак под Гюльханую, и власть народную спасли, но их осталось трое. Каскадеры шли в песках, плелись и два, и два. Один ловушку прозевал, и их осталось два. Из кишлака, услышав крик, решили поглядим, но там был снайпер, штурмовик, и их уже один. Один вернулся ему молиться бы судьбе, но стал не нужен никому, и главное — себе. За рюмкой коротают дни, он жёг себя дотла, и снова встретились они такие, вот дела. Прошло время, но у нас 27 декабря, ну афганцы знают, 27 декабря у нас день памяти, это начало войны в Афганистане, а 15 февраля праздник, это вывод войск. Вот в следующем году у нас двойной, как бы, начало войны грустной. Грустная дата. Причем у нас праздник раньше, чем начало войны. У нас 15 февраля 9 года. У нас праздник окончания войны, а 27 декабря начало войны. Вот. Эта песня называется «Полночный тост». Посвящается всем боевым друзьям и живущим, и тех, кто не дожил по разным причинам. В Балашихе на старом объекте, это 101-я школа знаменитая, диверсионно-разведная, еще довоенная, до той большой войны. Там есть мемориалы, каждый год прибавляется по несколько фамилий. Прибавляются и те, кто своей смертью умер, и те, кто погиб на операциях. У нас трагическое известие, 5 двухсотых вот за ту неделю за одну, из Ингушетии и из Дагестана. Это наши ребята, это выбивцы, где все это бывшая школа. Сейчас это центр специальных назначений. Привезли, усоты это гробы, знаете. В этой песне посвящается. С которым вместе шел через войну. Земля дымилась, плавилась пожарами, а мы мечтали слушать тишину. Я поднимаю тост за друга верного, сурового собрата моего. Я бы не вернулся с той войны, наверное, когда бы рядом не было. Сигареты мы порвано делили пополам, одною плащ-палаткою согреты мы спали, и Россия снилась нам. И сколько бы мне жизни не отпущено, куда бы ни набросила судьба, я помню, как однажды друга лучшего свела со мной афганская тропа. На старой фотографии любительской, еще после атаки не остыв, стоим мы, два десантника из Витебской, устало улыбались в объектив. Я гляжу на эту память прошлую, свеча горит и тает стеарин. В день победы верили с Алешей, тот день настал, я праздную один. Ночная тьма колышется, гляжу на фотографию, курю. И мне охрипший голос друга слышится: живи, а я прикрою, как в бою. Рассвет встает над городом пожарищем, по улицам трамвай звеня. Я пью вино за старого товарища, а был бы жив
выпил за меня. Рассвет встает над городом пожарищем, по улице трамвай не звенят. Я пью вино для старого товарища, был бы жив. Нет, до утра не буду, еще будет опять 10-40. Проснулся, Саша проснулся и клюнул, да. Я на чего-то клюнул, да. Значит, воевали в каскадах, это перед тем, кто воевал в каскадах. Последним нашему самому могучему, самому большому каскаду, четвертому в прошлом году, исполнилось 25 лет. Вот тут мои боевые друзья стоят, и из Кобальт тут уже, ребята. Это Кобальт, это груз специального значения МВД СССР. Песня о последнем каскадере. Я когда писал, думал, четвертым как кончил дело. Но я знаю лично одного человека, это мой друг старый по войне. Наверное, он был все-таки последним, потому что каскадер не остается на всю свою жизнь, а он тут недавно только оттуда перебрался в Россию. Вот такая. Вот прошло, вот и все. Закончена работа. А, да. Хочу сказать. Залет, мы с самолетами заезжали, то залетали. И каждый залет назывался залетом. Каскадер первого залета, второго залета, четвертого залета. Вот так, залет. Вот и все, закончена работа. И идет среди афганских гор. Каскадер четвертого залета. И последний самый каскадер. Каскадер четвертого залета. И последний самый каскадер. По Кабульскому аэродрому он идет, не чувствуя весны. За 4000 верст от дома и за 300 метров от войны. За 4000 верст от дома и за 300 метров от войны. Без брони идет, без автомата, весь багаж, рюкзак да чемодан. Парень из последнего каскада покидает мартовский Афган. Парень из последнего каскада покидает мартовский Афган. Он почти у трапа оглянется, остановится и на момент. Там от чего-то грустно улыбнется и закурит сигарету Кент. От чего-то грустно улыбнется и закурит сигарету Кент. Может, нет для радости причины, может, просто до смерти устал. Смотрит он на горные вершины, среди которых жил и воевал. Смотрит он на горные вершины, среди которых жил и воевал. Но когда, прервав минуту эту, дружески махнет ему пилот, он щелчком опросит сигарету, не спеша поднимется на борт. Он щелчком отбросит сигарету, не спеша поднимется на борт. И под рев турбин родного ила, боевых традиций не забыв, с бортмехаником по кружке шила, без закуски выпьет за отрыв. Это за отрыв носового колеса на взлете, знаете, да? Он с бортехником по кружке шила, и уже помирный шум мотора по дороге к дому в весне будет спать и видеть сны, которых никогда не видел на войне. Будет спать и видеть сны, которых никогда не видел на войне. Будет в снах тех рейды и засады, БТР дрожащий горячо. Тот блокпост, где все его ребята живы и не ранены еще. И блокпост, где все его ребята живы и не ранены еще. Будут сниться каскадеры горы, весь дым у Хайберский перевал. Не
будете братцы каскадеры. Он свою войну отвоевал. Не будете братцы каскадеры. Он свою войну отвоевал. Ну, мучает ностальгия, вот мы все примерно одного возраста, да? По тем годам, когда у меня было 17, 18, 20, у меня несколько ностальгических песен. Я родился на Таганке, дом 27, квартира 7. А улица какая? Таганская. А Таганская? Дом 27, квартира 7. Деревья. Да, двухэтажный деревянный домик. И песня называется «Старый дом». Ностальгическая песня. Здесь стоял когда-то дом, деревянный двухэтажный, и народ жил в доме том, а заодно без шабаша. На семь бед один ответ, сообща беду, калечи приходящему привет, уходящему до встречи. На семь бед один ответ, сообща беду, калечи приходящему привет, уходящему до встречи. Телевизор КВН собирал к себе соседей четырех хватовых стен, чтоб вместились и на свете. На дверях засовов нет, приходите скрасить вечер приходящему привет, уходящему до встречи. На дверях засовов нет, приходите скрасить вечер приходящему привет, уходящему до встречи. И под старую сирень, где скамеечки теснятся, трудовой закончил день. Все сходились просто пообщаться. Как дела твои, сосед? Да пожаловаться нечем. Приходящему привет, уходящему до встречи. Как дела твои, сосед? Да пожаловаться нечем. Приходящему привет, уходящему до встречи. Участковый старшина знал про всех и про любого, и таганская шпана. Я не верил на слово, а дворовый женсовет чем-то смахивал на вечер новгородской. Приходящему привет, уходящему до встречи. А дворовый женсовет чем-то смахивал на вечер. Все орут, а правда найти. Приходящему привет, уходящему до встречи. Веселились, как смогли.